Всем здравствуйте! Вы на канале Галина Момот. Я в своем уже не курятнике, уже птичнике, потому что здесь у нас теперь вон уже утя. Их на прогулку вытащила. Ну, наверное, градусов 15 на улице. Может, больше на солнышке. Вот их вытащили. Вытащили, да? Вот сейчас будет опять мне что-то доказывать, рассказывать. Так, Рэй, конечно же, пришел. Все проведал. Ой. В общем, спустила их сверху сюда. Вчера спускали маленько погулять. Они вот здесь прямо купаются в этой воде. Вот тебе будем. Вот так они у нас купаются, да, Белянка? Так, а это сюда вот переселила, эту прикрыла вот перепелочки, 4 штучечки, которых тоже сюда решила, потому что и там они у меня по лампе бьются, вылетают. 4 штучки, а проблема от них была. Вот. Ну, а этих сейчас долго не будет, не будут гулять, потому что вон они голенькие у нас. Голенькие, да. Что? Что? О, кричит там. Вон нашли, где кушать. Молодцы. Они быстро сразу сообразили водичку, где пить. И кушать нашли. Все нормально. Угу. Что за крики? Так. Так, что-то там где-то опасность какая-то. Петух предупредил. Надо же вот этот пёсленький черненький с белым. Думала, курочка. А это оказался петух. Да, петух. Жалко. Угу. Да, вот куры вон все потоптанные петухами. Что? Что меня дерем тут, а? Что? Все? Нагулялись? Пойдем обратно, да? Сейчас я их уберу, пускай под лампой греются. Угу. Вот такие наши ути и гуси. Теперь вот птичий двор получается. Еще индюков не хватает. Сюда для полного счастья, да? И расширять будем выгул побольше. Куры. О, стоит петух там. Гребешок-то. Вот 2 претендент. 3. Так что вот. Вот такое наше хозяйство птичье. Ладно, всем пока. Сейчас еще 5 минут погуляют и пойдут наверх к себе. Приняли витаминчик D. Ну, всем пока.